Вот оно! О, так вообще секс просто. Все. Икс! Да, действительно Икс. Ну, Валька вам рассказал, что будет Икс. Никакого iPhone X Edition, ублюдского. iPhone, мать его, Икс. Ну, да, this да, вот, вот он. Это iPhone X. Не Икс. iPhone X. Новый дисплей, Retina. Супер Retina. Что? Супер Retina дисплей, твоя мать. Слушайте, но стоить он будет как крыло от Боинга. Разбить такой экран — это все, можно iPhone в помойку выбрасывать. Первые полгода, я думаю, ни в каком сервисе тебе его не поменяют ни за какие вообще ковришки, потому что китайцы такой дисплей просто не осилят, то есть будут только оригинальные экраны. Откуда их взять? Купить 10 айфонов, вытащить из них экраны. То есть замена экрана будет стоить каких-то просто космических денег. Космических денег. Вот это iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Да, все правда. И они действительно со стеклянной задней крышкой. Меня немножко смущает полностью стеклянный дизайн, потому что это будет, скорее всего, очень биться, очень. Я надеюсь, что я добуду iPhone 8, 8 Plus, одним из первых, конечно же, в России, и обязательно сделаю дроп-тест сравнения, потому что мне очень интересно узнать, насколько он прочный. Просто беру, он большой, понимаете, просто iPhone 8 Plus, он будет здоровый, и если ты его уронил, скорее всего, он кончится теперь не только спереди, но и сзади. Просто ставьте лайк все, кто помнит эти разбитые iPhone 4 во все стороны.